Привет, подписчики, зрители моего канала, снова как всегда я Бургер. Сегодня я сыграю в прятки предметов, и моя задача будет не умереть ни в охотниках, ни тем более в предметах. Но будут тоже челленджи до охотника, искать в одной комнате. То есть, типа, мы одну комнату выбираем и в ней будем искать. Так же, как и для этих предметов, только вообще по-другому. Мы находим любую комнату, верхнюю, то есть, типа, примерно где-то залазим на шкаф или на стол, типа, полуталава, короче, для предметов. Если наступлю на пол, тогда я остановлюсь. Ну, пока что ждем секунду, пока можете подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. И видео продолжается. Так, пока что дают голосование за чела. Точнее, за игрока и за челика. А мы пока что ждем. Так, все. Челлендж для них. Выбираем одну комнату и ее обсматриваем. Если никто не зайдет, значит, будем так вот ждать. Так, выбираем комнату. Я даже знаю примерно, какую комнату можно выбрать. Где-то около, минуту где-то точно есть. Скорее всего, где-нибудь вот сюда приду. Все. Я заметил эту комнату. Стрелять я за нее могу. Поэтому я тут мне нормально все. Так, сейчас. О, здрасте. Или куда ты уходишь, блин? Ладно, может, кто-нибудь еще тут спрячется. А пока что можно вот так взять, самому спрятаться, чтобы кто проходил, потом... Может, за коробками кто-то будет. Ай, челленджи до охотников очень сложны. Так, там. Вот, я буду кучить злой куколёкой. О, охотники победили, тем более. А я постоял. Теперь челлендж для предметов. Это с полуталава. Так, выбираем. Дать, пока не началось. Все, мы тут. Полуталава, то есть полуталав, пол, это вон что вот этот весь низ. Снова вроде бы не пол. Или пол. А, значит, пол полностью считается. Ну, кидайся, допустим, у нас будет секунд 30, чтобы найти нормальную. Вот, все. Секунды пошли. Так, тебе надо куда-то спрятаться. Так. Чтобы меня не... Блин, тут нельзя. О, не там, вот, все. Ай, ну все. Блин, не получилось, конечно. Ну ладно. Да, убивай меня уже. Подписчики, на этом заканчивать. Всем удачи и всем пока.